музыка — это исповедь души. Часто спрашивают о способе моего творчества. Когда я сочиняю, то часто грызу ногти. Курю огромное количество сигарет. Хожу по комнате, прежде чем открыть основную тему. Я пишу всегда и везде. В любое время дня. Я боюсь не успеть. Я не могу заснуть. Боюсь, что моя музыка может умереть во мне. Диссонанс есть величайшая сила музыки. Каждое произведение искусства неизбежно должно носить на себе печать своего времени. Если бы то состояние артиста, которое называется вдохновением, продолжалось бы беспрерывно, то нельзя бы было бы и дня прожить. Бог с ним, с Кии. Ну посмотрите, что пишет Ларош. В «Лебедином озере», как и везде, проявился обычный недостаток господина Чайковского. Бедность творческой фантазии и, как следствие этого, однообразие тем и мелодии. Неплохо бы поучиться бы гармонии у господина Брамса. Вот сами вот и учитесь у Брамса! Кошмар! А это что стоит? Странное скопление на сцене дам разного возраста и разной комплекции в тяжеловесных костюмах с перьями, тщетно старавшиеся изобразить горделиво плывущих лебедей. К радости публики в конце спектакля вся эта разномастная птичья стая утонула в озере вместе с немецким принцем Зигфридом. Что только не напишут.
Милый Модя, братец мой, Модест Ильич, не могу не поделиться с тобой. Вчера вечеру произошел призабавнейший случай со слугом моим Алешей. Я решил перелистать Пушкина и вдруг спрашиваю его: «Алеш, а ты Пушкина Евгений Онегин читал?» А он отвечает: «Ну как же, читай-с». А я его спрашиваю: «Ну и про что это?» А он так неохотно: «Ну, про любовь несчастную». Я говорю: «Ну, мол, расскажи мне». А он: «Ну, так, мол, и так. У барина жили две дочки, Таненька и Оленька. Все хохотала, хохотала, смешливая была очень. Вот и за нее он его и убил». «Кто убил, Алеш, кого?» «Ну, Евгений Онегин этого, как его, фамилию забыл». «А она возьми и отпиши ему письмо». «Да кто она?» «Ну, Татьяна, влюбилась очень. Так, мол, и так, жить без вас не могу». «А он что?» «Да кто он-то? Алеш, Онегин, ты чего там уснул?» «Ну, почему уснул? Вспоминаю. Странный он какой-то, этот ваш Онегин. Все говорит: три карты, три карты». А потом спился. Милостливая государыня Надежда Филаретовна фон Мэк, позвольте вас поблагодарить за более чем роскошное вознаграждение небольшого труда. Для музыканта среди неудач и препятствий утешительно думать, что есть небольшое меньшинство людей, которому принадлежите и вы, так искренне и так трепетно любящее наше искусство. Вы пишете, что за долгую свою жизнь пришли к выводу, что если артист развивает и обретает вдохновение, он должен быть защищен от материальной нужды. Без этого он застоится, ослабеет, завянет. Спешу сообщить вам, что вы бесконечно правы. Премного благодарен за то, что цените мой талант и жаждете позаботиться о нем. Уважающий Петр. Кандидатки на супружество со мной сменяются ежеминутно. Ни на ком не могу остановиться. Одна девушка даже сама письменно предложила мне руку и сердце, объяснивши тем, что уже 3 года влюблена в меня страстно. Она пишет: «Недостатки ваши ровно ничего для меня не значат. Может быть, если бы вы были совершенством, то я осталась бы совершенно хладнокровной к вам. Где бы я ни была, я не буду в состоянии ни забыть, ни разлюбить вас. Жить без вас я не могу, и поэтому скоро, может быть, покончу с собой. Так дайте же мне посмотреть на вас и поцеловать вас так, чтобы и на том свете помнить этот поцелуй. Ваша верная почитательница Антонина Ивановна Милюкова». На что-то это все похоже. Что-то это все напоминает. Ах, да! Вся жизнь моя была залогом свиданий верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд не отомил, в душе твой голос раздавался. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: «Вот он!» Вообрази, здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя един взором, надежды сердца оживи, или сон тяжело перерви, увы, заслуженный укором. Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю,
Но мне порукой ваша честь и смело есть себя веряю. За время сочинения оперы я так сжился с образом Татьяны, что она мне стала рисоваться как совсем живая. Я любил Татьяну и страшно негодовал на Онегина. Он мне казался чопорным эгоистом, и поступить подобно Онегину я не мог. И я ответил Антонине Ивановне, и мой ответ впоследствии оказался роковой ошибкой. Милостливая государыня Надежда Филаретовна фон Мэк, спешу вам сообщить, что неожиданным образом я для себя как-то женился. Не могу я сказать вам, счастлив ли я. Я не знаю, что будет дальше, но вы всегда будете в моей жизни. И не смейте даже допускать мысли, что я помню о вас только тогда, когда пользовался вашими деньгами. Я люблю вас всем сердцем. Я люблю вас всей своей душой. Я люблю вас всеми своими силами. Надежда Филаретовна, я знаю, что вы никогда не разрешали посвящение вам пьес. Я не знаю, может быть, вам будет неприятно то, что ваше имя будет стоять на заглавии симфонии, но давайте я просто напишу. Так, посвящается моему лучшему другу. Только вы и я в целом мире будем знать, кому на самом деле принадлежит эта симфония. Надежда Филаретовна, эта симфония посвящается вам. В декабре 1874 года я написал фортепианный концерт. Так как я не пианист, то мне нужно было обратиться к специалисту-виртуозу для того, чтобы он мне указал на те стороны, которые в плане игры неудобные, что ли, так сказать. Мне нужен был строгий, но вместе с тем очень дружелюбно настроенный ко мне критик. Не буду вдаваться в подробности, но где-то внутри голос протестовал против выбора Рубинштейна в эти судьи. Но он не только первый московский пианист, он действительно потрясающий пианист. И я предложил ему прослушать мой концерт и сделать некоторые замечания насчет фортепианной темы. Я сыграл ему первую часть. Молчание. Ни единого слова. Вы можете себе представить, насколько глупое положение человека, который преподносит своему приятелю кушанье своего изделия, а тот ест и молчит? Ну скажи ты хоть-нибудь что, а? Ну хоть по-дружески, а? Я сыграл вторую часть. Молчание. Тут я не выдержал и сказал. Ну что ж, и тут. Из уст Рубинштейна полился поток речей. Сначала тихий, а потом уже переходящий в тон Юпитера-громовержца. Оказалось, что мой концерт никуда не годится, что это самая жуткая вещь, которую он слышал на свете, что пассажи избиты, неуклюжи, что я это украл оттуда-то, а это оттуда-то, и что только есть несколько мест, которые можно оставить, а остальное нужно просто все выбросить. Вот это что? Что? Это просто невыносимо! Невыносимо! Кричал он. Все это меня настолько взбудоражило, настолько меня проняло, что
то я даже не мог ему ответить. А он все орал и орал, орал и орал. И, наконец, сказал мне, что если к такому-то сроку я успею переделать концерт так, как ему надо, то, может быть, он и удостоит меня чести сыграть его. Я не переделаю ни одной ноты и напечатаю концерт в таком виде, в каком он есть и теперь. И его будет исполнять весь мир. Ladies and gentlemen, your attention please. Welcome to the grand opening of Carnegie Hall. Today, on May 5th, 1891, we are proud to present to you, straight from Russia, the great Russian composer and conductor, Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
Милый Моди, братец мой, Модестый Рич, что мне рассказать тебе об Америке? Мне здесь всячески чествуют, приветствуют, ласкают. Оказывается, здесь я знаменитость на да гораздо больше, чем в Европе. Я вначале думал, что это просто приличная любезность, но оказалось, что это правда. Я здесь гораздо известнее, нежели в России. Не правда ли это курьезно? Но я хочу рассказать тебе о Нью-Йорке. Это громадный город. Скорее, странный, нежели красивый. Расти в ширину он не может, поэтому растет вверх. Говорят, что лет через 20 все дома будут не меньше, как в 10 этажей. Представляешь? Ну, о, Эндрю Карнеги. Это же замечательный оригинал. Весь вечер он меня хватал за руки. Кричал, что я не коронованный король музыки, и все время обнимал меня, не целуя. Мужчины здесь никогда не целуются. Представляешь, Модя, в газетах пишут так: Петр Чайковский в Америке произвел настоящую сенсацию. Я так тщательно скрывал все то, что я так тщательно скрывал. Мои стремления начали создавать громадную пропасть между мной и людьми. Отчуждение, страх. Артист всегда живет двойной жизнью. Обычной человеческой и художественной. И эти две жизни никогда не совпадают. Жизнь имеет прелесть только тогда, когда состоит из чередований радости и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом, из разнообразия в единстве. Из различных метаморфоз. Это и есть настоящая жизнь. Это и есть сама
Петр Ильич Чайковский. И его роль создал, образ создал Павел Ващилин, актер Московского художественного театра имени Чехова. Браво! Вместе с ним и его музыкой были Анна Боровик, симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии, дирижер Аркадий Флейтуш, Дмитрий Каприн, Борислав Струлев,